природі існує 8 видів пеліканів. І, напевно, головна їхня особливість – це величезний дзьоб зі шкіряним мішком, куди вони ловлять рибу. Тільки уявіть собі, один пелікан за день з'їдає більше кілограма риби. Основная вот эта вся стая пеликанов – это так называемый розовый пеликан. Птица краснокнижная, редкая, птица очень красивая. И этот пеликан является символом Одесского зоопарка. У нас на эмблеме изображен именно вот этот пеликан. Очень величественная птица, очень, между прочим, умная, интеллектуальная птица. Есть у нас один пеликан кудрявый. Он у нас всего один экземпляр, потому что он к нам тоже попал несколько лет назад в наш реабилитационный центр. Люди позвонили, упал просто с неба на подворье в Одессе. На пролете, это было в начале зимы. И мы его долго лечили, мы его выходили. И он остался у нас, потому что он уже не может выжить в дикой природе. Он стал уже таким домашним пеликаном, зоопарковским. В этом году у нас есть договоренность с Киевским зоопарком. Мы делаем такую совместную программу по разведению. У них есть один пеликан кудрявый, еще один есть в Харькове, еще один у нас. То есть в других зоопарках этих птиц нет. На базе Киевского зоопарка мы создаем эту группу и надеемся, что удастся получить потомство. Пеликан – это рыбоядная птица, и их вся жизнь тесно связана с водой. Они охотятся на рыбу в самых различных водоемах, они могут нырять и хватают рыбу. Вот огромные клювы с большим мешком – это как способ ловли добычи. Также они могут заглатывать довольно крупную рыбу, то есть помогая себе вот этим своим неводом. То есть необычная совершенно внешность, но она очень хорошо работает в эволюционном плане, такое изобретение природы, которое помогает пеликанам ловить как мелкую рыбу, они ловят и очень маленькую рыбу, так и не могут ловить и крупную рыбу. То есть это такой универсальный рыбак. Цікавий факт, у пеліканів немає ніздрів, дихають вони через дзьоб. А мішок під дзьобом настільки великий, що може вміщати близько 15 літрів води. Пелікан, як і всі птиці, висиджує яйця. Птенці у них птенцового типу, тобто вони рождаються такими голенькими, родители их выкармливают. Они могут это делать и на берегу, и на земле, на островах, иногда на деревьях. Они совершают перелеты, то же самое. У нас, кстати, в Одесской области можно увидеть розового пеликана. Есть и гнездовья, вот, допустим, да, в Дунайском биосферном заповеднике, есть в дельте Дуная. И они гнездятся. Но они часто их можно видеть у нас на Днестре. Я даже видел пеликанов в небе над Одессой. Вот я несколько раз я такое встречал, вот, допустим, в парке Шевченко. Я помню, что они очень низко летали, причем довольно долго они кружили над парком. И там была стая где-то около 10 или 12 птиц. Пеликан в полете невероятно красив. А ось на землі вони можуть мати досить незграбний вигляд. Пелікани вважаються найважчими з усіх літаючих водоплавних птахів. Я лично живу в Евдіополі, на берегу Дністровського лиману. Я часто там по вечерам або по вихідним дням гуляю на берегу там з собаками. Я бачу пеліканів там
не знаю, несколько раз в неделю в стае пеликанов. Они прилетают, они там кормятся и улетают. То есть увидеть можно и у нас тоже. Лет 20 назад, когда пеликаны жили не здесь, они жили вот в том пруду, в котором сейчас карпы коим, вот, возле старого входа. И там тогда в то время им как бы разрешалось ходить по зоопарку. Они ходили по зоопарку несколько лет, мы им это разрешали. Они ходили на кормоблок, на кухню. Каждый день там выпрашивали рыбу, потом они возвращались. Вот. Но потом от этой практики отказались, потому что пеликаны оказались довольно такие птицы, не то чтобы агрессивные, но очень не дающие себя в обиду. И бывало, что посетители, там, если пытались их там погладить или прикоснуться, они их клевали. Вот. А клюв у пеликана, он имеет над клювом, верхняя часть, он имеет такой зубчик, который служит для удержания рыбы. И он острый довольно, клюв довольно мощный, птица сильная. И поэтому она способна нанести довольно чувствительную рану человеку. Поэтому, чтобы избежать таких случаев, мы отказались от этой практики. Они получают рыбу в достаточных количествах. Мы их кормим разной рыбой, меняем там вот виды рыбы, там кормим и карасями, и карпами, и бычками. Иногда даем им живую рыбу для того, чтобы они могли ее ловить, чтобы они сохраняли свои здоровые инстинкты. Надо стараться так обустроить так жизнь животных, чтобы они были максимально приближены к природе, и сохранить те навыки, которые в природе помогают животным выживать. И это нужно для физического и психологического здоровья и комфорта животных. Поэтому для пеликанов такое вот ловля живой рыбы, для них это очень такое лучшее развлечение, конечно, которое можно для них придумать.